майнинговые фермы биткоина приглашены в Ленинградскую область России. Согласно CoinTelegraph, губернатор области Александр Дрозденко через 47news.ru пригласил майнеров использовать Ленинградскую атомную электростанцию в качестве места для разработки новых криптовалютных систем. Объявление стало частью третьего ежегодного форума малых и средних предприятий Energy of Opportunities. На нем Дрозденко сказал: «Для производства биткоинов требуется в первую очередь большие площади для переработки и дешевая электроэнергия. Как вы знаете, в Сосновом Бору завершается строительство ЛАЭС-2, а крупная площадь первой атомной электростанции освобождается. Освобожденный объект Ленинградской АЭС можно использовать как технопарк, предназначенный для дешевой энергии». Это заявление отражает растущую популярность блокчейна и криптовалюты в России.